Здравствуйте. Люблю видео, и это создал специально для репетитору. Видеоотзывы покажу вам перед пробным уроком. Приходите. Это талая вода. Сергей, расскажи, пожалуйста, что нам помешало сразу решить эту задачу? Нам сразу помешал рисунок, потому что мы его неправильно сделали. Но после того, как мы разобрали с вами задачу, мы нарисовали правильно, начертили правильный рисунок и смогли спокойно решить. Речь, 2021 год, да? И речь сегодняшнего 2023 года, устная и письменная, это два разных человека. И по учебе, и по отношению к самому. К учебным результатам. Вот. Поэтому, тут было высказывание романиста современности такое интересное, что тяжелые времена, они рождают сильных людей. Тут с вами не поспоришь, Андрей Владимирович. Зная среднее выполнение задач, наш юноша легче принимается за решение домашних заданий по всем предметам. Ну и как логопед с особыми ребятами дополню. Тяжелые времена рождают совершенно разных людей. И тут важно, с кем именно они научаются говорить, мыслить, принимать решения и притворять их в жизнь. В 100-тысячном городе такой мастеровитый подход не часто встретишь у учителей средних лет. А учителей советской школы с каждым годом все меньше и меньше. Эти советские маркеры и удержали внимание ученика на вашей анкете. И некоторое время мы раздумывали, но еще раз внимательно прочитали вашу анкету, посмотрели отзывы, видеоотзывы, что немаловажно, это большая редкость среди репетиторов, бывших учеников ваших и родителей. Посоветовались со знающими людьми в семье и решили, что да, вы, может быть, тот человек, который нужен нашему сыну, и не ошиблись. Нисколько не сожалеем. А когда на пробный заходили, пробный урок, скажем так, что в нем заинтересовало и сказала, да, вот надо к Андрею Владимировичу и никому более? Что нужно вот именно мной проходить полный курс уже школьной физики? Да ваша подготовка к первому уроку, основательная подготовка, это было видно сразу. Мы заполнили небольшую анкету. Там было несколько коротких видеороликов, в которых вы рассказали, что нас ожидает, если мы будем у вас учиться, какими инструментами мы будем пользоваться. Это Google Фото, Google Таблицы, чат, Telegram. Вот все это очень удобно, просто и позволяет родителям ненавязчиво следить за всем процессом обучения и ребенку получать очень быстрый отклик. Да, домашние задания. Вот некоторые родители, если какое-то домашнее задание было выполнено, то отклик моментальный.